Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Английский художник викторианской эпохи Элгар Хиггс наиболее известен своими большими жанровыми картинами, которые по стилю подражают Уильяму Паулу Фритту. Также был светским портретистом, родился 13 марта 1824 года в Лимингтоне, Хэмпшир, и был вторым сыном богатого магистрата. Его родители посоветовали Хиггсу стать врачом, и поэтому Хиггс изучал медицину в университетском колледже. Однако после 3 лет усердной и неприятной учебы Хиггс решил, что хочет стать художником. Из-за этих обстоятельств Хиггс начал учиться значительно позже, чем большинство художников того времени. В 1843 году Хиггс посещал Академию Сасса, а к 1844 году поступил в Королевскую Академию Искусств. Я пользуюсь переводной Википедией. В 1847 году женился на Марии Харрис, и через 7 лет у них родились 6 детей. В тот период он не добился большого успеха как художник и позже назвал свое искусство того времени «маленьким и неважным» в кавычках. Он объяснил это тем, что у него было мало времени для изучения искусства или общения с другими художниками из-за напряженной семейной жизни. В 1859 году Хиггс написал свою первую большую жанровую картину «День выплаты дивидендов в Банке Англии». Это была типичная жанровая картина, изображающая сцену из Банка Англии, изображающая широкий спектр социальных классов. В последующие годы он написал еще несколько больших современных картин, которые, как правило, были плохо оценены критиками. На картинах Хиггса часто изображались сюжеты, к которым другие художники не прибегали, например, главное почтовое отделение и рыбный рынок. Хиггс был одним из немногих художников, проявивших постоянный интерес к подражанию стилю Фритта, и обычно считается его главным подражателем. К концу 1860-х годов популярность жанровой живописи пошла на спад, и Хиггс начал сосредотачиваться на исторических сюжетах, что привело к созданию портретов общества 1870-х годов. В 1884-м Хиггс вторично женился после смерти Марии в 1881 году. Он вышел на пенсию в 1890-х годах и умер за месяц до объявления Первой мировой войны в 1914 году. Вот так вкратце о английском художнике викторианской эпохи Элгар Хиггс. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.